Если вы мучаетесь вопросом, как провести эти выходные, то вы по адресу. В эфире «Афиша». Что и где произойдет, расскажу вам я, Юлия Север. 3 числа. 12-108-55. Что они значат? Даем подсказку. Давным-давно в далекой-далекой галактике. Все верно. 55 лет назад Юрий Гагарин отправился в космос. Этот праздник наша Самара готовится отметить с достоинством. В преддверии Дня космонавтики советуем всем посетить музей «Самара космическая», где открылся новый экспозиционный зал «Космос не игрушки». Это коллекция скульптур. Эпоха советской космонавтики представлена в необычном матрешечном формате. Это матрешки с авторской художественной росписью. Пока выставка работает в тестовом режиме, и посетить ее одновременно могут не более 6 человек. Поэтому это отличный вариант для семейного культурного отдыха. Апреля в 15:00 в Большом зале на сцене ДК «Чайка» Государственный Волжский русский народный хор представит новую концертную программу «Если ты влюблен и весел». Волжский хор вновь удивит зрителей новыми концертными номерами, аранжировками и яркими солнечными партиями. Вы услышите известные народные песни, любимые песни из кинофильмов, оригинальные джазовые композиции, веселые музыкальные шутки. Вас ждет насыщенная программа и отличное настроение. Суббота. Дом культуры «Чайка». Зажигательная музыка, красивые девушки, море позитива. Все это черлидинг. В ближайшую субботу учебно-спортивный центр «Грация» станет центром притяжения молодых спортивных юношей и девушек. Именно в этот день пройдет открытый чемпионат и первенство Самарской области по черлидингу. Всех ценителей прекрасного приглашаем в качестве зрителей. На этом все. С вами я прощаюсь с пожеланием всего самого хорошего. Увидимся в следующую пятницу. Пока!